Любителям классической гитары хорошо знакомо имя Марио Кастельново-Тедеско. Он родился в еврейской семье во Флоренции, с начала фашистских репрессий эмигрировал в США. Марио принято считать американским композитором, но истоки его творчества лежат в тосканской музыкальной культуре. Сейчас вы услышите второй концерт для классической гитары с оркестром Марио Кастельново-Тедеско. Исполняет симфонический оркестр «Новая классика» за дирижерским пультом Андрей Огиевский. Солист, гитарист-виртуоз Артем Дервоед. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.